Молодой петрозаводчанин обиделся на работодателя и угнал автокран. Абитуриенты не хотят изучать национальные языки. И чем недовольны петрозаводчане, в нашей рубрике «Дежурный по городу». Новости на телеканале «Ника Плюс», в студии Юлия Кучеренко. Здравствуйте. После головокружительной погони полицейские поймали призрачного гонщика. Будучи в изрядном подпитии, молодой петрозаводчанин угнал автокран у своего работодателя и доехал на нем от улицы Зайцева до речного вокзала. По маршруту призрачного гонщика отправилась наша съемочная группа. Вчера вечером некто Николай Че, 91-го года рождения, был явно не в духе и, употребив изрядное количество спиртного, решил погусарствовать. Со стоянки у дома номер 72 по улице Зайцева он угнал автокран «МАЗ», снес шлагбаум и направился в сторону города. У дома номер 15А по улице Зайцева гонщик по касательной задел автомобиль скорой помощи и направился дальше, в сторону центра. На набережной Варкауса на хвост лихачу сели несколько автомобилей дорожной полиции. Однако останавливаться Николай не пожелал. Где-то на Куйбышево в МАЗе замкнуло проводку и автокран загорелся. Однако даже это молодого человека не остановило. Все это было до боли похоже на классический голливудский боевик. Горящий автокран, преследуемый полицейскими машинами, несется по улице. В общем, полный экшен. На речном вокзале призрачного гонщика удалось остановить и отправить в КПЗ. За такие грубейшие нарушения правил дорожного движения, как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления, и за оставление места ДТП уже вынесено решение о назначении ему наказания в виде административного ареста сроком на 14 суток. Как рассказали в госавтоинспекции, молодой человек пожаловался, что таким образом решил поквитаться со своим работодателем, задержавшим зарплату. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку, результатом которой может стать возбуждение уголовного дела по факту угона. Александр Гнетнев, Александр Лычагин, Иван Медведев, телеканал «Ника Плюс». Активисты проекта «Стоп-хам» потеряли хлебное место. На пляже в створе улицы Московской горожане купаются в мазуте, а жители набережной Варкауса недовольны своими остановками. Таким Петрозаводск увидел наш дежурный по городу. У республиканской больницы убрали знак пешеходной дорожки, заменив его на жилую зону. Проблема с парковкой здесь решена. Ездить и стоять у госпиталя теперь можно. К слову, во времена прежнего знака активисты движения «Стоп-хам» провели здесь не один рейд, наградив автолюбителей ни одной фирменной «Стоп-хамовской» наклейкой. Как шутят в интернет-пространстве, ребята потеряли хлебное место. Однако, если посмотреть на это с другой стороны, возможно, городские власти «Стоп-хамовцев» все-таки услышали и, как смогли, решили проблему с незаконной ездой по пешеходной зоне. Жители Петрозаводска настолько богаты, что, подобно арабским шейхам, буквально купаются в нефти. Прямо на территории неофициального пляжа на набережной Варкауса из сточного ручья в Онежское озеро постоянно попадает мазут. Уже не первый год. И зимой, и летом по этой старой ливневке нефтепродукты текут в Онега. Берега почернели от мазута, бензиновая пленка искрится на солнце. Идет сток постоянный, кто-то его сливает, это сливной слив городской, водостоки идут. И вот кто-то умудряется сюда сливать. Однако в жаркие дни горожане готовы мириться даже с этим. До песков Лососинного и Сямозера далеко, а набережная Варкауса, вот она, рядом. Уже не первый год городские и республиканские власти знают об этой проблеме, но постоянно разводят руками. Как победить мазут, попадающий в озеро, никто не знает. А ведь именно эту воду мы пьем. Городской водозабор находится неподалеку. По-видимому, коммунальщики надеются на ультрафиолет, которым обеззараживают воду на очистных сооружениях. Только способен ли ультрафиолет это нейтрализовать нефть? Вопрос остается открытым.
Жители набережной Варкауса недовольны своей автобусной остановкой. Когда-то здесь были торговые киоски, навес и скамейки для горожан. Недавно на пике муниципальной кампании по борьбе с незаконно установленными объектами ларьки снесли. Навес, под которым ожидающий транспорт прятались от дождя, ликвидировали. Лавочки тоже. Остался лишь мусор. У нас всегда было здесь культурно и хорошо, но в связи со снятием ларьков вот так вырвали ларьки с мясом и оставили вот такое наследство. Лавки нету, поросятник. Я звонила 051 в администрацию. Зачем вообще эта администрация 051 находится там на Ленина 2, если она нам не помогает? Жители близлежащих домов надеются, что чиновники мэрии, сказав «А», все же соберутся с силами и скажут «Б», уничтожив несанкционированные ларьки, уберут мусор и благоустроят остановочную платформу. Таким мы увидели наш город сегодня. А если и вам есть что рассказать, звоните по телефону 533232. Давайте делать новости вместе. Абитуриенты не желают изучать карельский язык в стенах Петрозаводского университета. Сенатор от Республики Карелия Сергей Катанандов назвал эту ситуацию чрезвычайным положением и предложил строго поговорить с ректором вуза. В Петрозаводском университете нет набора абитуриентов на специальности с изучением карельского языка. Об этом говорили на минувшем заседании правительства. По поводу университета, это ЧП, и за это надо спросить. Спросить с ректора. И спросить тех, кто персонально занимается подготовкой молодежи в этой области. Почему в Национальной Республике при наличии всех программ, которые утверждены главой республики, при наличии всех людей, кто занимается этим делом, нет 10 ребят, которые должны изучать свой родной язык? В республике теряется контроль за подготовкой специалистов, изучающих национальные языки. Как заявил Сергей Катанандов, отсутствие абитуриентов, желающих изучать карельский и вепский, это и есть оценка республиканского Минобраза и Министерства по делам национальной политики. По словам Катанандова, если ситуацию упустить, то Карелия вернется к 89-му году. Тогда карельский и вепский языки изучать никто не желал в принципе. Карельская налоговая служба планирует создать единый центр регистрации. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на всей территории республики будет производиться в едином центре. Планируется, что единый центр регистрации будет создан в ноябре в виде отдела на базе налоговой инспекции по Петрозаводску. Единый центр будет заниматься госрегистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со всей Карелии, а также регистрировать организации, в отношении которых установлен специальный порядок регистрации. Все решения по регистрирующим действиям будут приниматься в городе Петрозаводске. Ну и, соответственно, вот с точки зрения жалоб и обжалования решения, это должно быть... Но тоже точно так же упростить. Еще одно законодательное нововведение. С конца августа в налоговой службе будут в досудебном порядке разбирать жалобы налогоплательщиков на действия регистрирующего органа. Прежде любые претензии клиентов налоговой был уполномочен рассматривать только суд. Сейчас налоговая в обязательном порядке будет рассматривать все касающиеся их споры в досудебном порядке. Обращаться следует в управление Федеральной налоговой службы. Важная деталь. Обращаться в инспекцию с жалобой нужно в трехмесячный срок с момента нарушения прав. Налоговая обязана рассмотреть любую жалобу за 15 дней. Нововведение вступает в силу с 22 августа. Новости на сегодня все. Я, Юлия Кучеренко, желаю вам всего доброго и до свидания.